PyTorch – это довольно специализированная библиотека, и, возможно, каких-то функций вы там не найдете. Но есть довольно старая и популярная библиотека NumPy, которая позволяет вам делать очень многое с матрицами и тензорами в частности. Не всегда наши данные приходят в Torch-тензорах, но очень часто данные хранятся в так называемых NumPy-арреях, то есть в массивах типа NumPy. Возможно, вы уже знакомы с библиотекой NumPy. Давайте попробуем взять NumPy-array и превратить его в Torch-тензор. Для этого мы проимпортируем библиотеку NumPy и создадим NP-array, создадим его руками с некоторыми значениями. Вот у нас есть такой NumPy-array x. Теперь нам нужно этот NumPy-array превратить в Torch-тензор. Но это довольно просто. Берем Torch, от него метод fromNumPy, и вот уже x не просто NumPy-array, а сам настоящий Torch-тензор. Если же мы хотим обратно превращить Torch-тензор в NumPy-array, то достаточно вызвать метод .numpy у тензора, и результат становится NumPy-array.